если взять за тот год, то нами выявлено 25 фактов фиктивной регистрации, где было зарегистрировано более 90 иностранных граждан. Вот последний взять случай, было также выявлено факт незаконной регистрации иностранных граждан, где было, по-моему, 5 иностранных граждан зарегистрировано. Нами данный факт был задокументирован. В отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело как незаконная регистрация иностранных граждан. Всего в сфере миграции выявлено 538 административных правонарушений. Основная часть связана с нарушением срока пребывания в стране. 90 суток, после которых иностранные граждане должны были выехать за пределы России. 20 человек депортировали. Добавим, последним указом президента Российской Федерации регистрация для иностранцев продлена до 15 июня этого года, пока не возобновятся транспортные отношения со странами, из которых они приехали.